Люберцам исполнилось 397 лет. День городского округа отметили развлекательными, спортивными и патриотическими мероприятиями. О старте празднования расскажет Луиза Егиазарян. 2020 год объявлен годом памяти и славы. Именно поэтому празднование Дня городского округа Люберцы начинается здесь, на мемориальном комплексе «Вечный огонь». В память о героях-люберчанах, защищавших Отечество. Здесь открываются памятные плиты, где высечены их имена. 53 героя Советского Союза и 2 героя России. Эти люди в разные времена проживали в Люберцах. Только 14 из них – коренные жители. Но имя каждого навсегда вошло в историю округа. Первым героем Советского Союза среди люберчан был Тимаков Александр Иванович, который родился 5 сентября, то есть как бы сегодня, 1915 года в поселке Люберцы. Мы сегодня говорим спасибо нашим ветеранам. С нами в строю сегодня 128 ветеранов-фронтовиков. У нас 1239 человек – это труженики тыла. 46 человек – блокадники. У нас большая гвардия детей войны, которых коснулась война. Родина, недаром говорит, не только с букваря начинается, она начинается с нашей округа, да, с наших людей. А люди у нас всегда были добрые и будут оставаться. Мне кажется, самое главное. Луиза Егиазарян, Валерий Абсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.